Hey, yo guys, мы с Мишей продолжаем проходить игру под названием Я пи-психа. Короче, мы с вами одолели вот эту руку, на которой я стою, и мы приземлились куда-то в бассейн. Походу, это тот же бассейн, в котором плавала наша подруга. Только я вот не знаю, что мне делать. У меня, в принципе, есть отвертка, я догадываюсь, можно отверткой починить. Интересно, что произойдет, если я поколупаюсь в этой схеме. Что-то изменилось, некоторые кнопки загорелись. Out, select. Какую кнопку стоит нажать? Out. Out. Я хочу ящик. Это инструкция для работы с принтером Adot Matrix. Вы получили руководство Adot Matrix. А, походу, это и есть, да, Adot матрица? Так, select. То есть select, значит, вперед. Значит, clear. Go out. Мне вниз надо, подожди. Ingest. Ingest. Clean. Ладно, clean. Клиент. 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 Аут. Клиент. Джекс. Селект. 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 А, инжект. Out. Out. Select. Select. Живот этого тела так и раздулся, что стало похоже на мяч для баскетбола. Фу. И хуже всего, что он заблокировал лестницу. Давай проткнем отверткой. Ну, проткни его отверткой. Карандашом. Я не думаю, что это сработает. А как мне тогда провернуть это дело? Давай тогда немножко сюда и наверх. Я без понятия тогда. И почему я не мог пройти? А по-другому мне никак. Тогда только назад. А, пошли. Select. Inject. 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 Почему ты не можешь пройти? Крен. Inject. В смысле, я не могу подняться? Select. Select. Out. А, подождите, а если я с другой стороны на ящик сбрось? Не врубаюсь. Thank you.
А если я не хочу кнопку нажимать? Вот я хочу залезть. Ой, боже мой. О, нихера, у меня 7 пакетиков. Ни хрена себе. Могу я использовать? Отвертка. Проткни. Ну чё, у меня вариантов больше нету никаких. Типа, я бы там поднялся, но я подняться не могу. Можно попытаться, знаете что? Сейчас попробуем. В смысле, я не могу опуститься? А, опустить. А, нет, это вправо. Нечестно. Нечестно. Клин. Инжест. Клин. Клин. Выход. Счет я, короче, вообще не понимаю, что мне делать. На самом деле. Ой, ладно. Значит, quiet, quiet, quiet. Можешь посветить куда-то туда? Quiet. Подождите. У меня же есть этот. Конструкция. Где она? Вот, осмотреть. Ага. Так, клин. Так, мне нужно наверх. Select. Так. Select. Так, значит, нам нужно двигаться вправо. А, я застрял, да? Инжаст. Так, вправо. Короче, мне нужно, ну, вот эту ножку поставить туда. Я понял. Так, теперь мы берем, короче, и юзаем чернила. Инвентарь. Использовать. Давай посмотрим, что сделает эта штуковина, если я ее немного заправлю чернилами. Так, зажглась кнопка. Серьезно. Ладно. Select. И теперь отсюда выбраться нужно. Select. Select. Friends. Friend. Out. Не, подожди. Значит, самое первое. Пипец, 10 минут выбираться с этой херни. Select. Неужто? Это источник ядовитого газа. Должно быть способ слить воду. Ну, так... О, коктейль стоять. О, вижу. Я не вижу здесь ничего интересного. Главное, чтобы рука сейчас не жила. Воздух стал чище. Я должен вернуться к Кейт и проверить, в порядке ли она.
Нифига там. Костей. Опа. Вы получили одну содовую. Я хотел бы пройти сквозь стену и попасть на тот пляж. В его кармане что-то блестит. Эр-Корво. Эта ID-карта похожа на мою, но она из металла. Интересно, кем работал Эр-Карло? Точнее, работал. Вы получили металлическую карту. Я почему-то на самом деле думал, что рука живет. О, тут проход есть. Mm. Все, да? Блин, а я так не узнал, как мне. Дверь закрыта, дверь закрыта, дверь закрыта. Как мне сделать так, чтобы ядовитый газ ушел? Ой, то есть как пройти испытание? Потому что тот челик мне должен косарь. Кейт? Кашляет. Кейт, ты в порядке? О, привет, Брайан. Я собиралась глотнуть воздуха, у меня голова кружится. Подожди, пойдем со мной на 5-й этаж. Так безопасней. Как ты себя чувствуешь? Его так, уже гораздо лучше, спасибо, Брайан. Я вздохнула немного того зеленого газа, но все в порядке, правда? Извини, если я лезу не в свое дело, но зачем ты пошла в такое опасное место? Мне позвонили, позвонил мой начальник и сказал, что мне надо забрать там фотокопии. Я думал, что смогу это сделать, задержав дыхание, но когда я понял, что у меня началось головокружение, твой начальник, он сказал тебе свое имя? Я не думаю. Почему ты спрашиваешь? Просто так. Не волнуйся об этом. Важно, что ты в порядке. Что-то не так? Ничего. Просто я не могу поверить, что не закончила свою работу. Что ты имеешь в виду? Я некомпетентна, Брайан. Я не соответствую такому уровню работы. Кейт, не говори так. Я бесполезна. Я должна быть лучше подготовлена. И... Кейт! Остановись на секунду, пожалуйста, послушай меня. Это не твоя вина, но... Никаких «но», Кейт. В этой компании все больные, и это никак не связано с тобой. Так было уже много лет. Это немного странная компания, но что ты имеешь в виду, что все здесь больны? Но это здесь что-то есть, очень злое, что разлагает все и вся. Не думай, что я тебя понимаю. Кейт, скажет, что ты охотник, и она скажет тебе, а я ведьма. Да. Давай свалим отсюда. Что? Давай уволимся с этого проклятой работы. Но, Брайан, ты уже знаешь, что я просто парень из деревни, и может, я не очень крутой и молодой, стоит меня сравнить с людьми в столице. Ну, я уверяю в одной вещи. Здесь должен найти... Так, найтись место, которое будет лучше для нас обоих, чем эта работа. Особенно для тебя, Кейт, со всеми твоими навыками. Сказать по правде, у меня было много предложений, кроме Синтрокорпа. Может, возможно, это и не такая плохая идея. Конечно, давай выпьем кофе, который ты мне обещала, но не в этом дурдоме. О, знаешь что? Ты абсолютно прав, мы не должны работать с этими уродами, мы заслуживаем лучшего места. Давай выпьем тот кофе. Пастинак. Нет, 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 нет. Браво, Пастинак, браво. Я знал, что ты... Так, глубоко внутри этого глубоко внутри этого хилого, сгорбленного тела живет настоящий мужик. Спартанский воин Константадор. Что ты имеешь в виду? Этот мерзкий запах, зеленый газ, наполненная часть здания. Вся компания говорила об этом, как новичок с 5-го этажа сразился с... Дот Матрис и положил конец Мору. А, ну... Это правда? Нет, но я только... Не прибедняйся, Пастинак.
Ты должен знать, что я выбрал тебя сегодня в качестве сотрудника месяца. Простите мне мои ужасные манеры, мисс. Позвольте представиться. Меня зовут... Стоп, спасибо, но нет. Каналия. Мы уходим из компании прямо сейчас. Ха-ха, ты прекрасный шутник, пластинак. Бросаешь первую работу в первый день? Знай, как сложно найти работу в столице. С невероятным пятном в твое резюме. Это... так. Сродни тому, что ты будешь носить говно на лице всю свою жизнь. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Дата попросила меня сказать тебе, что он следит за твоими прогрессом в поручении тебе задания. Ты примерный работник, так держать, пастинак. Не слушай того парня, он сумасшедший. Давай, пойдем. Подожди, Брайан. Он верно подметил. Кто, то дурак? Увольнение в первый же рабочий день повредит вашу репутацию до конца нашей жизни. Не считай того, что это одна из лучших компаний в мире. Но, Кейтс, слишком опасно оставаться здесь. Ты сама видела? Ты отличный напарник, Брайан. И я знаю, что ты сделал бы это ради меня. Но я должна доказать себе это. Себе то... Так. То я тоже могу стать сотрудником месяца. Что? Нет. Я деревенщина, Кейт. Правда, давай уйдем отсюда. Давай договоримся. Мы подумаем об этом до конца дня и потом уже решим. И мы все еще можем выпить кофе, верно? Давай встретимся позже в столовой. Что скажешь? Хорошо. А знаете, что я сейчас думаю? Я сейчас думаю вот о том. Ни хрена себе. Теперь я сотрудник месяца. Мне ничего есть, когда я говорю. Так. Ну, типа, они вообще со мной, да, не будут разговаривать. Мне нечего сказать. Ну, вот тогда вернемся в наш офис. Получается, там у нас будет этот. Ой. Карандаши мне не нужны. О, точно, еще у нас сейф есть. Заперто. Только что открыли. Что за звук? Что? О, посмотрите, кто изволил зайти в свой офис. Хьюго, я хотел с тобой поговорить. Мне нечем с тобой разговаривать, мистер сотрудник месяца. Он что, зол на меня? Эй, но... Пусто. А, она стопудово в шкафу сидит. Бу! Соса, что ты здесь делаешь? Он еще не ушел? Хьюго, только что. О, он зол на тебя. Ты мой герой, пастернак. Нет, Соса, я не герой и не хочу им становиться. Извини, я не хотел. Ты нервничаешь, и я могу воспользоваться знанием акупунктуры. Нет, но я не знаю, может быть, нервничаю. Я так больше не могу, я хочу уволиться, Соса. Это место ужасно, почему люди не уходят? Почему бы нам всем не уйти? Потому что мы не можем. Что? Ты имеешь в виду? Мы в ловушке. Ее сила настолько велика, что мы не осознаем этого. Попадем под ее влияние, так только входим в здание. Чем больше ты ее... Чем больше ты здесь находишься, работаешь и используешь эти проклятые бумажки, тем глубже тебя засасывает. А что ты хочешь мне этим сказать? Что отсюда нет выхода? Что мы заперты в этом кошмаре на всю жизнь? Много людей так прыгают с крыши, но есть решение получше. Верный способ. Убить ее. Но ты об этом уже знаешь, не так ли? Что ты имеешь в виду? Мэппи рассказала мне, что видела тебя в архивах, и ты искал ту старую книгу. Ну это... Я потерялся, и я видел, как ты использовал ее бумагу для фотокопии своей души. Ты бродил по зданию с того момента, как попал сюда, а теперь яд... Ты охотник, пастернак. Что, охота? Что? Я не охотник на кого? Итак, если ты не охотник
Напомни мне, какого твоя работа в компании? Менеджер ассоциирования вторичных данных. Техника модульного разделения нет. Менеджер связанных бинарных документов. Вот это. Странно. В прошлый раз ты говорил, что твоя работа нотариальное управление людьми. Да, конечно, это моя вторая работа. Фух, ладно, я охотник. Во всех случаях меня для этого наняли. Так радуется. Но я правда не... Соса, ты в порядке? Я наконец-то нашла тебя. Ты пугаешь меня, а разве ты не? Я сама главная поклонница охотников. Расскажи мне все, Пастернак. Ты экзорцист, волшебник или некромант? Нет, нет, ни в коем разе. Может дать интервью для видеоклуба Мистерио? Эй, погоди, постой. Ты не можешь никому об этом рассказывать? Конечно, как глупо. Самое важное здесь работать инкогнито. Можно ли мне стать твоей ассистенткой? Что? Нет. Это очень опасно. Пока что не рассказывай никому. Этого будет достаточно. Ладно. Никому-никому. Никому. Даже Мэппи. Она мой единственный друг. Ну, разве только Мэппи. Но только ей и больше никому. Спасибо, Пастернак. Будь спокоен, никто с нами не разговаривает. Металлическая карта. Посмотри на это, Соса. Не может быть. Где ты ее нашел? Она была у трупа на втором этаже. Много лет назад охотник получил особую металлическую карту. Пастернак, это ID-карта Р. Корва. Он был важным человеком. Конечно, самым важным из всех. Он был Бокором, мастером Вуду и экспертом по черной магии. У меня мурашки по коже. Не хочешь ей воспользоваться? Воспользоваться? Конечно, я уверена, что эти ID-карты работают со старыми компьютерами. Как с этим ж... Так, как с тем, что я использую? В точку. Охотник на ведьм. Что ты знаешь про охотников на ведьм? Они одно из легенд компании. Что-то из далекого прошлого. Компания создана семьей Синтра, и он жил в это здание. Они хотели покончить с ней, благодаря чему они провели в действии план по найму самых лучших экспертов по магии в мире. И никто из этих профессионалов не смог убить ее? Конечно, нет, Пастернак. Но им не почти удалось. Говорят, что троим почти удалось ее убить. Назари, Моэтида и Р. Корва. И что случилось? Это тайна. Они исчезли. Синтра. Давайте сначала сюда, как тогда. Так, здесь пусто. Я на самом деле думал, что здесь будет потом появиться это. Кровь. Дьявол. Но кровь дьявол почему-то уже в бассейне, который она где купалась. А туда прохода нет, подождите. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Иначе там, где качели, да? Качаемся на качелях, ладно. Понятно. Есть проход. Может, вниз? А, тут закрыто. Тогда без понятия, ладно. Давайте сохранимся. Да. И, в принципе, у нас есть возможность это с вами пойти в этот. Как он называется? Здесь нет ничего интересного. Может, мне карту нужно использовать на этот? Так, осмотреть. Это металлическая ID-карта, Корова. Так, и написано. Вставьте в Синтранет. Использовать. Посмотрим, что произойдет, если я использую ID-карту R-Корова вместо моей. Вы использовали свою карту Корова. Что-то происходит.
Понял. Какие-то лабиринты. Всегда держаться с правой стороны надо. В любых играх, где есть лабиринт, нужно держаться с правой стороны. Я... Фу! Бал-бал-бал-бал, 8-28. Синтра? Я перлучиться, я уроучу ущему мой офис, так как... Так быстро, как по бота есть к... Манать. Манать меня Синтра напугала. Не, вот тогда дальше по правой стороне. Так, слышите, она так внезапно меня словила. И начала... Ну, видите? А, нету, тупика нету. Еще письмо. Добро пожаловать, что на вашей работе здесь будет плодное оловать в Центрокорп ор мистер Корва. Я надеюсь, отворный, продуктивный и продолжительный. Может, Центра все-таки не такая хорошая? Так, хорошо, а куда нам тогда теперь? Это сюда вниз. Ее влияние тему Эмма мы не можем ем связать Яни и распространить лось на системную большой этаде. Ну, походу, я сейчас просто смотрю на эти, а после выйду отсюда. Да? Бал-бал-бал-бал, 80-28. Ладно. Думаю, время отсюда выбираться. Так, у меня же дохера кофе есть. Давайте я сразу заварганю. Блин, нужно было заварганить, потом сохраниться. Но хахачка. Окей. И что мне делать? Ну, мы можем, как вариант, сейчас снова отправиться. Блин, я не знаю, что там нужно идти. Мы можем пойти в этот. Хотя... Вот сюда. Я просто догадываюсь, где может быть этот Хьюго. У него же нюха. Поэтому. О чем мне хотели этим сказать, типа, когда я туда попал? В принципе, ладно, давайте на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.